Как обычно. Не останавливаться. А! Понял. Понял. Сейчас самого викрсбаг сделаю. Так, вот это место. Смотри уже, куда стреляешь! По мне выпить. Это в тебя стреляет. Ой. Да, немало. Вот что. Представляю вашему вниманию игру в 7 утра. Украл. Ну а что, по факту? Че уронил катану случайно, на чем скотч взял? Зачем ты? Я пацан так. Нормальный мужик, ты что ты? Зарядил, зарядил. Красиво. Ну он в грузовик, нормально, сейчас припасы сгорят у них. Сейчас накинусь на них, ребят, с воздуха атака будет. Прыгнул! Лечу! Попал! Ем! Я убили! Хорошо, заряд, притяжение. Закрасил их. Притяжение сейчас сделаю, ребят. Притяжение готово, притягаю. Притяжение. Хорошо. Сейчас опять притяну. Гравитационный захват сделал, ребята. Хорошо. Так, может, дороплитесь, меня бумер нарыгает. Скажу, пойду в воду, в воде смою краску. Пойти, блядь, воду прыгать. Он скажу, почему я умер? Ой-ой-ой. Притяжение я хотел сделать, видели? Не получилось. Хорошо. Слышишь? Ты как туда залез? Ой-ой-ой, срезал. Понял, хорошо. Точнее, плохо, вырубай. Здесь охотник, не попадитесь. Прыгуна вижу. Ой, убил, просто... что? Вырубай. Босс появился, ребята. Прячемся. Он их как игрушки пинает. Нервничает, цикует. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И я тоже. Какая-то физика странная, так не должно работать. Машины так не летают. Ребят, он потушиться пошел, помогите. Но он как в Принц Персии пески времени, он хотел потушиться, чтобы избавиться от проклятия огня, но умер. Потому что огонь поддерживал его существование. Либо он слишком высоко прыгнул, его притяжение наказало. А надо еще, короче, сделать рофл. Подойти к челу, который сдох. И типа этот, спросить, что ты не встаешь? И потом подойти к нему близко и будет поорать, типа, эй, вставай, ты что спишь?
Охренеть! Как я это сделал? Я использую зеленый краситель, чтобы убить их здоровье. Это как, знаете, добавки добавляют, ну, пищу Е, там какие-то Е500, Е600. Вот. Мне кажется, у моего персонажа примерно такое же оружие биологическое. Сейчас использую духовную силу. Притягиваю. Чернодырия. Чернодырия. Сингулярности уже там добывают себе алмазы. Хорошо. Это был гравитационный удар. Ай-яй, притяжение. Что если упороться, фигануть теорию, что на самом деле произошло на жертве? Что мы завели не обычные генераторы для моста, а это были генераторы для... Ну, планетной проекции. Мы в итоге, короче, в этот... попали в рабство инопланетянам. И подать это как Left 4 Dead 3. И там будут на космических кораблях баталии, тоже притяжение там. Только курильщик... вместо курильщика будет инопланетянин, который притягивает пистолетом гравитационным. Потом гравитационный взрыв будет. Как бумер, типа. Который оглушает волной звука и у тебя искажается восприятие. Ой-ой-ой-ой-ой, притяжением! Он завернул. Не могу убежать. Ребята, я живой. Я живой, но не живой. Как живой, но не живой. Ребята, жертвую. Убить Билла. Ачивка. Отлично. Вы видели, как меня к вам не притягивают? Ой. Блин. Да это все парад планет виноват. Ну вот, по сути, гравитация-то тут реально шарит. То есть, если тебя выкинул громила в окно... ты погиб. Если под тебя плюнула плевательщица, ты улетел в небо, ты погиб. Если ты был ударен в туннеле танком и отлетел на серф частицу, и тебя подкинуло вверх по инерции, и ты разогнал скорость, превышающую скорость этой игры, то есть если вы гравите там 20 тысяч, ты тоже погиб. Обалдеть. Конец.